Наведение порядка планируется не только на главной курортной магистрали. К высокому сезону должна преобразиться вся Анапа. Сегодня на Кубани стартовал двухмесячник по благоустройству. С 1 марта по 30 апреля наводить порядок на улицах Анапы выйдут все структурные подразделения администрации, учебные заведения, предприниматели, общественные организации и жители курорта. В рамках санитарного двухмесячника планируется провести работы по чистке прибордюрной части дорог, газонов, тротуаров, площадей и зеленых зон. Также необходимо провести восстановление ограждений, разбить новые цветники, привести в порядок придомовые территории и фасады частных жилых домов и общественных зданий. Кроме того, должны быть ликвидированы все стихийные свалки.